видео подготовлено сайтом onlinegdz.net «Помощник в решении домашних заданий». Номер 14, урок 32. Обратите внимание, задание со звездочкой. Нарисуй пропущенную фигуру. Рассмотрите внимательно фигуры и сделайте вывод, что в А не хватает фигуры, представленной в ответе, похожей на ромб, а в Б не хватает фигуры, похожей на полукруг. Если у вас возникли вопросы или недопонимания, вы можете оставить свои комментарии под видео.